Денис, а у вас сейчас тепло или холодно? Да как зима. Ничего, нормально, комфортно. А вот в Краснодаре тоже зима, но там очень тепло. Ну хоть квест сделаем. Получается, Саша 60. Ой, 49-й, да? Да, я думаю, да. Ну все, после этого водопада там уже более просто. Утёс, утёс вечно жующего. Было погоняло такое одного. У одного челика на работе жующий. Короче, у нас все умерли, все ждут, пока у меня саморезом отрезается мана. Я просто вижу, у кого кто в таргете, и я в таргете у троих помер. О, вечно жующий. Помню, как про товаром этого босса танковал. Короче, за этим прыгать где-то вниз надо. Вот сюда вроде. Ну, глазик, да, еще можно. Денис, кстати, а ты знал, что теперь на X2 за бонусы можно качать профы? Да, давно уже достаточно. Месяц. Да, вообще только я не знал. Давай я сейчас спрошу, ты скажешь, нет, не знал, спасибо, что рассказала. Так, а там же был этот свиток проф, типа сразу выучиваешь 450 и все. Ну, за голоса это бесплатно. А, я понял. Ну, это много голосов, наверное, надо, да? Вот у меня 600 почти. В принципе, я ничего особо не теряю. Я просто коняху хотела, а мне сказали, что профы можно. Я такая, круто. У меня глаза почему-то нет. Хорош. Береги себя. 15 тонн опыта. Ну, сейчас челика охранять надо. Тормозной капец. Так, а ну-ка тормозни свой уровень. Мне еще надо тебя догнать. Да, в принципе, уже не так обязательно. Один инст регать будете, все отлично будет.
Не слушайте Ниса. Тут получается этот самый. По-моему, награды не будет, это значит опыта не будет. Не, ну в смысле вы уже прошли мобов, которых стоило убить? Ну вот сейчас вот этот... Вот этот, как он называется? Вот этот моб, он идет до... Долго до этой, до пещеры. Там появляется мутантус. Это типа ласт считается. Слушай, а попробуй выйти из инста. Может быть дадут нам этот, как он называется? Ачивку или что? Вот сейчас если нажать. Пишет шаман, что дадут. А потом, по сути, мы тот же инст можем рекнуть, да? 23-й вроде в пещеру пускает. Полтергейст, Рога пишет. Главное, чтобы качественную ачиву. Кстати, я на Элема взяла штаны пятым куском. И у меня 16% меткости. Сильный хил. Ой, сильный Элем. Как тебе кажется, Денис? Немноговато? Может еще добить меткости? Я же этот микрофон поднял и забыл. Я говорю, с учетом рейд-бафов, наверное, это все-таки много. Так как там лог этот ШП дает 6%, там сава что-то еще дает. А если ты в соло идешь, то в принципе достаточно. Но у тебя еще плюс таланты ведь свои есть. Ты ведь их не считал, эти 16. Да у меня срань господня как много меткости. Так опыт понял, нам не давали из-за уровня. У нас они серые мобы. И то это я запаниковал. Вот как можно быть таким нубом, да? Тут Рога аж в сердцах змеек убивает. А, блин. Где же почта? Так, где ты? Я в почте. Мне надо отправить Сашу. Он прям в глаза обед дал. Точно, не могу. Теперь этот стейк бегает, будет туда-сюда. Ну там этот... Таурен идет, который, и мы динозавров бьем. Он подбегает, побьет, потом возвращается и опять медленно идет как бич. А можно поинтересоваться, откуда у тебя столько, и спасибо сказать? Что там? Голда. Ты мне про вещи, которые я скинул? И не только. А, голд? Да, да. Так вот, 10 голды есть, ты что такое? Ерунда. У меня еще осталось 16. Ну конечно, на 40-м 10 голды, это же вообще... Это на один поход к тренеру на изучение. Раньше. По старым ценам. До кризисным. Блин, мне осталось еще 900. У меня будет следующий уровень. Я буду 25-м. Ну, нормально. Но пока я не могу... Ой, снег пошел, как красиво.
ты же... А чё ты едешь? Ты же можешь это... А, ты как раз хочешь сходить купить? Да. Ну слушай, ты можешь ко мне присоединиться. Защищайте меня, храбрецы. Давай бежать. Вот, кстати, в органах прикольно то, что ты можешь прыгнуть на четыре лапы и сделать ауф и побежать. Мне в Долоране так нравится бегать. Так, а вне закона это ваша гильдия или еще нет? А когда будет ваша? Вот сейчас голды нам накопи, сколько там, 10, да? Наверное. Хартию надо взять, короче. А то меня... смысл нам чужие гильдии качать? Подлог. Как это... название будет? Ну, я просто это, внезапно подумал такой, думаю, как же назвать гильдию? И такой думаю, ну ладно. Ой, исчез мутантус. Вот так и назовем? Ну ладно. Нет, это слезы Алгалона я придумал. Ну короче, знаете же, босс есть Алгалон такой. Нет. Ну он в Ульдуаре. А, точно нет. Ну вот, он такой из звездочек весь. И... Там еще коняшка такой есть, весь тоже из звездочек. Вот тут, как этот коняшка, также похож босс на этого коняшку. Вот. Ну и, короче, на нем ачивка есть. Называется «Он умоется твоими слезами». Вот, это ачивка, чтобы убить босса, и чтобы никто не умер в рейде. А там босс, когда этот появляется, и первый раз его пулишь, идет таймер на час. То есть, когда таймер проходит, босс кастует ваншот на весь инст и исчезает. То есть, его час убить. Нужно, короче, убить с первой попытки, чтобы никто не умер. И эту ачивку дают. И колдысики. Могу видео скинуть, если интересно. Да, у тебя права есть. Оно, конечно, не с Сируса, оно с Циркуля. Вот, ну как бы смысл, что ачивка. Я вижу, что ты бежишь на маунте, это неправильно. Страдай. Да не, блин, звучит интересно. Почему, кстати, на циркуль не пошли? На циркуль? А что там? Ну, не знаю. Моя игра вов началась с Сируса, так что... Все, что есть дальше, я просто слышала об этом, но не знаю, что там. Ну, короче, вот циркуль это, ну, как раньше он был, это, короче, было, ну, просто похоже на, как, на близовский сервер, если об X1, например, говорить. Вот обычный 335А. А здесь Сирус, дело в том, что Сирус это 335А плюс предыдущий патч, который был 243. 243 это Burning Crusade, Тлающий Легион, а вот он вместе, получается, с Личом идет. То есть... контент Burning Crusade он был для 70-х уровней, и там вот как раз были вот эти СТЗС, Ока, Черный Храм, там Плато Солнечного Колодца, вот эти все инсты для 70-х, которые здесь на Сирусе под 80-е переписали, и просто в мире считается самым лучшим аддоном БК, то есть в плане ПВЕ, там, ну, очень круто, очень интересно было. Вот, и Лич, два самых таких, больше всего игроков играло в мире, вот когда два этих аддона было, а потом пошла катаклизм, панда, и там как бы количество игроков, играющих в Warcraft, уменьшилось очень. Вот, и на основе двух этих аддонов как бы Сирус стали поднимать, за донатом он выжил. Неплохо. Сейчас, короче. Я постоянно хочу тыкнуть наложение чар, тыкаю начертание, хочу тыкнуть начертание, тыкаю наложение.
И хоть убей так каждый просто раз. Куда бежишь? Мне нужно штучку купить, которая называется набор начертателя. Я вот за ней следую. И там еще квест можно сдать. Спасибо, сейчас будем все молотить. Счастливый. Блин, я думаю, что я траву не вижу, а у меня полетка стоит. А ее что-то нет вдоль дороги. Сам пытаюсь найти. Короче, есть, я сейчас скажу, это 19-й год, а третий месяц это что, март? 17 марта 19-го года есть видосик, как я последний рейд на циркуле водил. И там такая нарезочка под музончик, сейчас скину. Интересно, это не то видео, где один РЛ очень сильно орёт? Не, я там не орал ничего. Короче, просто видюшку скидывали смешную, где РЛ так голосит, так вопит. И он такие вещи жесткие говорит, но из-за того, что он просто именно орёт, очень смешно. Ну, разное бывало. Бывало я шутил, смеялись. Бывало шутил, и люди не смеялись. Короче, вот флудилка в этом дискорде туда смог скинуть. Вот. Видно? Появилось? Угу. Сейчас посмотрю. Добегу. Я, короче, тут уже в подгороде стою. Так, сейчас немножко барахло продам. Я из народа отрекшихся. Храни тебя тьма. Как же красиво сыпет снежок на улице. Хорошо, что я дома. Скажешь, когда запустишь видео? Угу. Приблизительно еще минуты две. Так, пойти проверить, сколько эта хартия стоит. Полезная информация. То я не помню, сколько. Голд 10, что ли? Ну, я тоже, кстати, не помню. Но если что, у меня тоже есть голд, а мне Денис кидывал, у меня осталось. Кошмар. Я страдала, делала квест, и мне не засчитался за него никакой опыт.
Ну вот тоже. А, что? Наверное, чуть-чуть все-таки засчиталось. У меня только репутация поднялась от него, а опыта нет. Так, мне надо купить еще одну хрень, и в принципе можно куда-нибудь идти. Я как раз видюшку запущу. Так много квестиков, и они все жаждут, пока их возьмут. У тебя же не стоит поиск низкоуровневых? Нет, кстати, не стоит. Но если ты наставишь, я поставлю, а потом буду найти. Ну почему они не засчитываются? Ну что это такое? Как правило. Голды. Она должна сразу приходить? Да. Ну и вот где эта хрень? О, сейчас я выучу снеговика. Как его правильно-то назвать? Мотоцикл этот. У меня есть то, что тебе нужно. Вот. Это больше похоже на первую помощь. Слушай, ну я кайфую с этого мотока двухколесного. Такие два колеса сзади кайфовые. Прям. Господи ты, боже мой. Не что, а я не любитель вообще каких-то маунтов, чего-то еще. Но тут как-то прям зашло. Прикольно так сделали. Мне кажется, он какой-то прям дико яркий. Ты не шаришь. Но для паладинов ты самый топ. Я даже не лезть не буду. Мне нравится, когда ты в стену врезаешься. Сейчас, кстати, работает, нет? Что-то я тут заметил, как-то мне не работало. А что врезаешься? А, вот, ну все, прокрутка идет. И колеса на месте крутится. Ага. Залипательно. Там же по стене можно. Так, я нашла все, что мне было не нужно, то, что мне нужно, не нашла. Ты ищешь начертателя, правильно? Да, но это и логично единственное место, где он может быть. Есть тут. Блин, все на этих мотоках. Ну, я была близко. Так, я тыкаю в тебя. О, да. Да. Ой, еще рано дакать. Я еще и релогну сейчас. Так, гербовые накидки сразу куда нужно пришел. Я отрекшийся. До свидания. Так она вообще 10 серебра стоит, прикинь. Так зачем она тебе? Ну, там типа записываешь 10 человек, кто соглашается, подписывает, и типа гильдия создается. А потом. А, я думала, ты про накидки герковые. Нет, только я думал, хартия 10 голд, все это на 10 серебра оказывается. Даже 9 игроков. Ливать из гильдии? Да сейчас погоди, я создам. Это надо еще это попросить кого-то, чтобы подписали. Ну, мы можем подписать. Так там 9 человек целых надо. Уже 2, уже 7. Самая же подробильная фигня, это то, что надо на это письмо тыкать и на кого-то тыкать, чтобы оно ему предложилось. Да всем ты как-то не в гильдии. Это сейчас надо ехать, короче. Тут все с гильдами, блин.
начальную локацию надо ехать. Интересно, а на расстоянии ее можно предложить? Так, я сейчас вернусь в группу. Просто из-за тебя мне не дается опыт, а мне нужно чуть-чуть допить. Видишь, но, какая я сильная. Но ты не получаешь за них опыт. Я уже увидела. Мог бы и не говорить. Почему я не могу поменять настройки канала? Он просто напал на меня. Какие у нас планы? Че, короче, поищу людей, тут хартию тут подписать. Я так затупила, что я хотела поехать в Штормград. Альянс головного мозга. Да я подала тебе лидеру. Да, долго. Ну понятно, понятно. Я из гильдии вышел. Пробую дистанционно. Сейчас. Тоже вышел. Слишком далеко пишет. А ты где? А, в Тересфале. Под город. Тут есть аук, офигеть. Как же без него? Столица все-таки. Так, мне нужен медный жезл, странная пыль, малая магическая субстанция. Медный жезл, ты знаешь, где брать, да? На ауке? Не, ты должна подойти к вен, этот, к тренеру, наложение HR, рядом с ним обычно стоит ивентер. Стандартный. У него из тех медных жезлов звались. А странная пыль там тоже может быть? В теории да, но если что, ты можешь просто распылить то, что я тебе прислал. Я не могу пылить, пока у меня нет рунического жезла же. Ага. Тогда могут... летим в Аркримар. Там они продаются, в принципе, при нем, но, окей. Наверное, будет КД. Наверное, кто-нибудь уже собрал. Блин, надо ехать в это, где со склепа они вылазят. Отойду на минутку. Мог бы этот еще возить какого-то пассажира мотоцикла, было бы вообще кайфово. Такая... Ой, слишком сладко. Угу. Ну прикинь, такая коробка выдвигается просто с подарок, с подарка, из-под подарка. Слушаюсь.
Короче, надежда у меня, что боссом и народ еще, если вдруг они пойдут, я бы прям от них не отказался. Блин, 10 уровень уже с гильдиями сидят. В начальных локациях. Четыре челика подписал. Еще три надо. Там первый уровень можно, да? Да, да. Я тут челиков подписываю. Вылезаю из склепа. Так, две подписи осталось. Ты где там? А вот тут как раз за решетку зайдешь, я тут на мотоке езжу. Забыл, кто подписал, а кто нет. Отказывается, блять. Одна под. Клепу.
А все, уже 9 подписей набрано. Так, надо ехать регистрировать. Вот, а потом уже там можно будет. А что, у тебя второй аккаунт, что ли? Там с одного аккаунта только одна подпись может быть. Ну, у меня аккаунт вообще штук 7. А, там же, да, там же это самое. Точно. У меня получается 3 аккаунта. Ты, получается, мог бы еще 2 подписи чисто сам сделать. Я вот так делал, по-моему, в гильдбанке, когда создавал на X2. Кажется, мой друг согласился с нами играть. Что за друг? Саленс. О, круто. А кем он будет играть? ДК. ДК это круто вообще. Ну, на Аленсе он был всегда танком, тут не знаю, кем захочет. Ну, танчить легко, по сути. ТКшка вообще самый легкий класс из 10 классов. У него там способности штук 20 всего лишь, а у остальных там по 40, по 50. Ну все, пошла жара, пошло пыление. А вы, получается, Оля и Саша с одной гильдии, да? Чего? Вот ты, Оля, и Саша еще девочка, она с тобой в одной гильдии? В гильдии где? Ну, на X2. Не, на Альянсе, на X2. А она не на Альянсе, она на Орде, да? Ну, бывали и в одной гильдии, потом я ушла просто. Ну, вы как, типа, как друзья или не друзья? Я благодаря Денису с Сашей познакомилась. А так мы с Денисом и Сашей друзья, да, Денис? АФК вроде отошел. Ну, мы долго вместе играли. А что, Денис что-то про меня рассказывал вам? Ну, мне в последнее время жопа на работе, так что если он в последнее время что-то рассказывал, то больше вероятно, что я не помню. Можешь заново рассказать. Где живешь, сколько лет, есть ли семья, дети? Да, 3 детей. Новосибирск. Чё, не четверо? Что такое? Ну, четверо это уже вряд ли. Наше время придёт. 29 лет. Я тут. Получается, создалась гильдия. Кидай прикос. Сейчас. Блин, я забыл, как тут что добавлять. А вот.
Слушай, на удивление вроде даже адекватные ники. Божья. Божья тварь Пугачева. Рич Бич. Блэк Кросс, Митюша, Самса. Нормально. Блин, где убрать этот профессия, что создают? А вот. Чего-то там уже покупай. А еще не покупаю ничего. Подарю. Уже зал сделала? Угу, я уже даже палить начала. Хорошо. Так, ну в общем... А как там сделать, чтобы цвет класса-то отображался? Что-то я не помню. В чате? Ага. Ну, правой кнопкой, параметры. И там галочки расставить. Глобальные каналы. А. Но самая жопа это хламоботы в Ульдуаре в этом. Надо бы как-нибудь прикрепить эту очередь куда-нибудь. И что теперь? А как ты имеешь в виду прикрепить? Картинку или что? Сообщение дня, может. Инфу какой-нибудь. Чтобы так же видно было. Все возможно. Привет. Опасайся, блин, ну вот этот. Рисовать герб я не буду. Потому что вот он реально десятку голды стоит. Потом как-нибудь.
хочу быть реально крутым, сделать вот эту себе треньку. Вы что не качаетесь? Да я залип в эту, в гильдию. Я сейчас буду. Тут что-то получается. Инста регнешь? Сейчас. Ну, буквально, не знаю, пару минуток. А время пошло. Что там у тебя по профи, по начертанию? Иду дальше ее учить. Пока у меня только 23. Ну, никаких символов пока нет. Mm-mm. Как только будут, сообщай. Очень нужны. Ой, ну я подумаю. Лиса! Чуть-чуть. Я опять прошла мимо начертания, потому что забыла, где оно. И проблемы, потому что моя корова на своей корове не пролазит никуда. Кстати, у Славы такой был вопрос неожиданный, когда он сказал, что ты говоришь. Это что, приз Турен? Не нравится. Он промолчал, ничего не сказал, я тоже не стал настаивать. Ничего, не так. Ну-ка. Слава. Что? Почему ты так задумался, когда узнал, что у нас прист Турен? Да я не помню вообще этого. Ну.